нихуя себе, блядь. Самосвал. Я, блядь, не знал, нахуй, что делать. Кто говорит про самосвал? Что-то сказал. Ой, что-то мне плохо. Ой. Ты что, в смысле? В принципе, похоже. Буржуй. Нихуя тут, бля, половник какой-то. Это ложка. Буржуйская ложка. Пишите предложение. Так. О, чего? Блять. Блин, жесть, как это рисовать? Простите меня за мое художество, сразу говорю. Взаимно, я бы сказал. Мне кажется, ляп у нас с тобой одно и то же, хотя я хуй знаю. О, что это? Готов, я знал, вот просто я знал, что это такое. Миша, это точно твоя тема. Вот, не поверишь, вот только я пойму, о чем речь. Что это такое? У меня тут все банально нарисовано, потому что я нихуя не понял, как это рисовать. Погнали уже. Я не знаю, как это. Ладно, погнали. Ваня, посмотрим, как какого-то во мне мнения. Начало. Качок хвостулик. О-о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 -
Вот это я нихуя не понял. Вот что это было. Это был микрофон, Миша. Это был микрофон. Вот кто это был. Ну, погнали, посмотрим, что вы мне предложите. О, господи. Как-то так, например. Ну, допустим, так. Что? Что? Да, блядь, кто это описывал? Ну, наверное, я. Кто, блядь, про самосвал, блядь, описывал? Блядь! А я не знаю, блядь, уже полвремени прошло, как, что? Рисуй. Блядь, я нахуй не знаю, как это уже рисовать. Готово. Ну погнали, давайте. Ваня. Вот это.
Мы толстые, и мы рады. Пузатые солнышки. А у первого что, прыщ? Ой, давай, ладно, дальше, погнали. У нас явно опыт в этом. Червь ведет машину. Это тупо рандомный вопрос. А где ты? Вон червь. Хорошо, вы сейчас просто смотрите на мое творение. Нет, ты хоть красный мой нарисовал. Я не успел. Это молния Маквин. Поехали дальше. А, это был ляп! А, я проиграл. Вы с тобой же крокус. Просто, Сашик, ты лучший. Жесть, кому это в голову взбрело, блин? Блядь, действительно. Пацаны, потом, блядь, не спрашивайте. Меня тоже не спрашивайте, пожалуйста. Почему он именно там? Вы потом не спрашивайте, это что я сделал. Ну, допустим. Что это? Что это такое? Я знаю, как это писать. Я, наверное, догадываюсь, чьё это. Это, наверное, Димина, блядь. Блядь! Сашенька, нахуй. По-моему, ему моё попалось-то, блядь, это, я не знаю. Описание, блядь. Ай, блядь. Блин, как это нарисовать? Ух, успел! Успел за последнюю секунду! Ну, давайте попробуем. Что так долго грузит? Мясная ловушка. Нормально, нормально, Дим, нормально. А теперь мой шедевр! Это улитка! Что это? Я, блядь, думал, это мой, блядь, червяк Дед Мороз, блядь. Вот что это было, блядь. Нет, нет. Она два молнию нарисовала. Я все, что успел нарисовать. Все по факту нарисовал, блин. Вы все посмотрите мой рисунок. Что это? Я понял, что ты хотел сказать. Кто сказал, я биты куда сай? Ну там было написано, так я и нарисовал. Ну да.